Здравствуй, Марина. Здравствуй. Вот поиграли мы с тобой, значит, в Braveland Pirates. Да, было такое, подтверждаю. И я бы хотел какое-то короткое мнение для начала высказать. Для начала. Мне лично очень понравилась. Игра более чем похожа на King's Bounty, но упрощенная, удобная, такая быстрая и ненапряжная. И более того, это уже третья серия из... Третья игра из серии Braveland, и все они есть еще и на мобилках, что я считаю их несомненным плюсом. Мне вот прям понравилось. Такая простая King's Bounty, то, что нужно. Если играли в King's Bounty, просто сразу начинаете понимать, что происходит. А что ты, Марина, думаешь? Я думаю, что она удобна в первую очередь именно для мобилок, потому что тут боевые сессии очень короткие. Да. Очень быстрые и как бы не перегружены какими-то там супер-мега умными штуками. То есть у тебя есть какие-то обилки, да, специальные, но их всего по одной штуке. И это очень-очень делает бой очень удобным, вот что я хотела сказать. Да, удобным и комфортным. Да, поэтому она в первую очередь очень клево будет смотреться, мне кажется, именно на всяческих мобильных платформах. Ну да, знаешь, я бы тоже рекомендовал. Но на компьютере на мобилках тоже неплохо. Да, на компьютере можно, но я думаю, что как бы она в первую очередь, конечно, для мобильных платформ. И это хорошо, серьезно, я прям с удовольствием бы поиграл. Вот, поэтому думаю, что мы можем рекомендовать ее.